В центре внимания сегодня оказался знаменитый дом на набережной. С крыши здания демонтировали рекламный знак компании «Мерседес». На это ушла почти вся ночь, более 6 часов, и конструкция диаметром 8 метров и весом в 6,5 тонн простояла там 10 лет. Договор на размещение эмблемы давно истек, но владелец не собирался убирать ее за свой счет. Он объяснил, что это дорого и технически сложно. В итоге работу взяли на себя городские службы, гигантский логотип передали фирме «Мерседес», и сегодня же появилась информация о масштабной реконструкции, которую задумали в том же доме на набережной. Вместо кинотеатра «Ударник» может появиться крупный концертный зал. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». На сайте киноконцерна собственника «Каро» уже появилась запись, что кинотеатр закрыт на реконструкцию. Но она еще не началась, проект на согласовании в мэрии. И там уже заверили, что сносить «Ударник» никто не будет, так как здание кинотеатра находится в историческом центре города и является памятником архитектуры.